В речном пароходстве принято решение провести внеплановые проверки всего транспорта, который курсирует по региону. Ревизии уже начались. И причина этому не только пожар на теплоходе. Из-за поломки другого судна на прошлых выходных десятки пассажиров не смогли выехать с Ольхона. Около 3 часов люди провели в неизвестности, потом начали искать альтернативные пути выбраться с острова. В итоге уезжали на попутках и машинах такси. Почему такие инциденты происходят, несмотря на то, что суда проходят проверку техсостояния перед началом сезона, а также перед каждым рейсом, и предстоит выяснить в рамках ревизии.